Ютуба! Всем здорова! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть Kingdom Rush 2. Всем желаю приятного просмотра, приятного аппетита, друзья. Давненько меня так и не было. Вот, вчера, блин, такая новость, вырвали мне нафиг зуб. Восьмерочку, вот этот вот зуб мудрости. Это капец, сколько крови было. Сейчас он заживает потихоньку, болит. Вот, потихоньку, но надо снимать, потому что как же вас без видосов, блин, оставить? Уже 3 дня не было видосов, но 4-й это уже перебор, это мне прям вообще не нравится. Итак, друзья, мы с тобой, наша предыдущая серия осталась за Грол. А, да, мы за Грола играли, мы Шатра, вау, блин, ну что-то очень-очень похоже. Дальше у нас дракон есть, офигеть, блин, ладно, не будем все смотреть прям. В общем, смотри, шок и трепет при каждой атаке, артиллерийские башни могут оглушить цель. Это просто такая сейчас имба будет, ребята, вы, наверное, уже представляете. Мне хочется, на самом деле, сейчас за мага поиграть, потому что, ну, он очень-очень крутой, на самом деле. Так, наверное, вот так вот мы с тобой сделаем и выберем его. Этот маг, он реально самый вот лютый. Так, мы играем с тобой на солдате, если что. У нас почти закончились припасы. Боевой дух опустился ниже некуда. Некоторые солдаты дезертировали. Так, ну хорошо, погнали. Погнали, друзья. Хорошо, на самом деле нет, не хорошо. У нас здесь, смотри, кто это, блин? Гномий бастион. Рурин Бородач, вау! Что, у меня 2 героя? Посмотри! Это офигенно, это просто офигенно, друзья! Так, смотри, увеличивает урон от дальней атаки гномов, бросает бочонок. Слушай, мне прям интересно посмотреть. Так, а какие здесь... Ну, какие-нибудь есть пасхалочки? Что-то ничего не вижу, но во время боя может кто-то появится, и тогда мы с тобой вот насладимся этим. Короче, 1700. Нам обязательно нужно поставить, ребята... А, слушай, да нам на самом деле надо вот только одну вещь-то, блин. Вот, вот эту. И без нее, блин, как-то вот... Все, начинаем. Погнали. Мне кажется, это вообще будет легко, потому что у нас тут гномы какие-то, но это круто. Так, смотри-ка. Магический напиток, прекрасно восстанавливающий здоровье в течение 3 секунд. Так, все, нам сейчас надо 2-го поставить, и будет пипец. Посмотрим, как гномы будут сейчас разбираться, потому что от гномов сейчас тут... Я понял, ребята. Им нужно немного помочь. Так, устанавливаем. Нам нужна именно такая же штука. Сейчас. Сегодня, возможно, наверное, аж 2 миссии мы с тобой выполним, потому что, ну, что-то, блин, как-то я думаю... Мы быстро здесь, быстро разберемся. Давай, фридом. Хотя, кто знает, вон, видишь, какая тут у нас байда начинается. Так, маг. Маг наш должен вот здесь вот стоять. Так, теперь мы с тобой, конечно, тут, блин, нашего этого уничтожили. Так, надеюсь, сможем мы быстренько сделать что-то. Блин, давай, маг. Быстрей. Так, ракета нужны прям вообще капец. Отлично, вывозим, пацаны. Так, прокачиваем их. Хорошо, очень хорошо, что гномы нам помогают.
Все, отлично. Теперь мы спокойно можем летающих тварей уничтожать. Даже не боявшись. Так. Фух, у нас дальше, 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 дальше я вижу. 375 как раз сейчас потратим. Денюжки. Так, можем сюда поставить, чтобы, знаешь, их побольше было. То не как-то это. Он у нас уже 9 уровня, прикинь, наш маг. Капец. Смотри, в чем проблема. Тут же еще эти невидимки. Но они как бы быстренько все равно сейчас будут у нас уничтожаться, потому что... Так, 300, 300, 300. Может еще одну поставить здесь? Давай сначала поставим, потом уже будет у нас все в шоколаде. Бум, шакалакалака. Угу. Есть. Гномов мы с тобой защищаем вообще хорошо. Этих только надо будет уничтожить сейчас. Все отлично, сюда его давай. Они, смотри, в чем прикол, они же еще наши мехи-то, ну вот эти вот гномийские мехи, они еще станут теперь. Офигеть, я к этому даже не привык. Супер. Так, делаем вот так вот. Там, блин, дракон. Ну, придется помочь, потому что я вижу, у вас тут проблемы еще жесткие. Сейчас будем эту штуку еще ставить. Все-таки наш маг, он прям самый сильный, вот этот вот. Так, прокачано. Так, трех, наверное, хватит. Посмотрим. Так, следующих давай. Так, а вот тут у нас, видишь, какая проблема. Блин, тут мы с тобой... Да, надо прокачивать. Теперь и здесь. Так, есть. Чисто самые лучшие. Самые лучшие вот, вот эти вот штуки. Мы почти 10 уровня, я тебе скажу. Но я думаю, новый герой все равно... Сейчас будет открыт, поэтому, ребят, мы за него поиграем. Все, тут 10-я уже волна. Хорошо. О, вот это уже крутой дядька, видишь, там идет. Поможем. У нас уже деньжищ. Так, но не будем мы с тобой прям сейчас расслабляться. Надо еще парочку штук. Тут, конечно, вот эти вот, наверное, прикольные. С бочонками. Леггин, секундочку.
Дарно. Повыси на максимум. Да, наконец-то мы повысили нашего чувачка. Так, 481. Может, реально? Вот смотри, беру тротил и выигрываю бой. Давай, пусть вот эти вот помогут. Так, 150. Все, эту мы башню с тобой прокачали. Блин, тут максимум 3. Ну, тут 4 будет, поэтому тут все будет хорошо у нас. Лепота. Ну, как быстро, раз, все. Там, видишь, еще невидимки идут. Так, эти бочонки пускают. Блин, как-то на самом деле тут жестко. Пусть тогда масло будет, на всякий случай. Капец, на самом деле. Так, пусть эти стреляют. Тут можно еще поставить спокойно на изи и тут. Пипец, им просто вот... Фух, не, ну это круто, это мне нравится. Что мы на изи справляемся. Все, сейчас последняя еще будет волна, и все, ребят. Так, есть. Тут из всех щелей сейчас пойдут, я так понял. Хорошо, хоть масло реально спасает, заметь. Просто красавчики, я не знаю. Ой, их как-то много, капец, ребят. Давайте гномики туда. Посмотрим, как они там.
перестал. Блин, вот это прикольно, что они массу сливают так. Капец. Ну тут изи, изи, ребят. Вот. Фух, ух, расслабиться можно. Хотя я не напрягался-то. Когда мы с тобой вообще напрягались? Изи. Изи, друзья. Следующая, следующая катка. Давай. Все, пипец, все тут ракетами, брат, закидали. Победа, отлично. Короче, я заходил на Вики и смотрел, что... Да, открыт новый герой. Ух, сразу все. Вы что, прикалываете, что ли, сразу всех? Да ладно. Прикинь, сразу всех просто открыли и все. Вот это прикол. Короче, берем нового героя, ребята. Шатра. Вот это какой-то крутой. Метает диск, который наносит 22 очка урона и с вероятностью 30 поражает еще один... Призывает дрон, который стреляет раскаленной плазмой, чтобы похитить один образец до 250 очков. Увеличивает базовый урон. Так, когда здоровье шатры падает до нуля, он взрывается, нанося... Кстати, это очень хорошо. Дрон нам обязательно нужен. Вот. Вот как-то так мы с тобой возьмем, все это сделаем. Теперь, что нам еще нужно? Я не знаю, что сейчас прокачивать, потому что мы с тобой, конечно, вообще обнаглели и используем все одно и то же. И вот и все, близится последняя битва с лордом Малагаром и его войсками. Они готовятся к темному ритуалу, чтобы призвать своего повелителя. Блин, офигеть, что, финал? Ну, скорее всего, нет, так как еще будут по-любому дополнительные миссии, поэтому... Но сейчас будет прям... Я так понимаю, наконец-то! Очнитесь, очнитесь! Ух. Хорошо, что вы здесь. Блин, ведь вам предстоит лицезреть рождение бога. Так, у нас 1900, братишки. И у нас три этих, вот в чем проблема главная. Так, ну почти хватает. Freedom! Разберемся по-плохому. Он кого-то сотрил, он кого-то хочет там оживить, там здоровенный какой-то. Офигеть, ты это видишь? Блин, круто. Прикольный герой. Твой недостаток веры меня беспокоит. Слушай, нормально таки. Ты чё, блин, со своим дроном сраным? Ты какой-то фигнёй стал страдать. Так, сейчас надо 300 накопить. Тректор, я не портной, но знаю, что мне идёт. Вот, вот так вот надо сделать, ребят, чтобы горело тут хотя бы. Так тебе. Фига, он уничтожил меня. Офигеть, вот это уже, конечно, прикол, ребята. Блин, может... Может, я зря взял шатру, но... Надо придумать чуть-чуть... Чуть-чуть по-другому. Так, как-то так, давай. Не знаю, сейчас посмотрим. Блин, это самый легонький, вот в чем прикол. Блин, ну ты прикалываешься, что ли? Он убежал. Флагом.
Капец какой-то, просто офигеть, блин, чуваки, это очень... Так, все, успокойся, сейчас все будет хорошо. Короче, нам нужно обязательно, да, две этих штуки построить, все правильно. Просто как же мне их быстренько так... С абсолютной властью. Ах ты засранец. Так. Так, неплохо, но нам нужно сейчас, смотри, как. Я не чувствую вообще защищенности, понимаешь, в чем проблема? Ну что ж, друзья, мы с тобой продолжаем, и теперь я придумал офигенный план. Короче... Что, если мы будем использовать магов? Ну, не просто, а некромантов, которые будут создавать полчища скелетов. И это же идеально. Это же просто великолепно, ребят. Надо сейчас нам это попробовать. Вот, видишь, я вкачал полностью. Также, ну, мне кажется, метеоры это самое, которое не нужно. Вот это нам понадобится. То есть надо и их использовать, и вот это вот. Короче, начинаем, ребят. Приятного просмотра, приятного аппетита. Надеюсь, все получится, потому что, ребят, я ни у кого не смотрел, не подглядывал. Сразу вас предупреждаю, потому что я помню, в первой части я 4 часа играл и не мог финалку пройти. Мне пришлось посмотреть. Я благодарность выразил, у кого я там смотрел, сказал даже, какой канал, поэтому все нормально, все нормально. Сейчас я пока никого не смотрел, поэтому если вдруг совпадение, ребят, знаете, я сейчас не смотрел. Короче, мы сейчас будем использовать некромантов. Смотри. И это просто, я думаю, офигенно. Так, нам нужны еще, я думаю, по-любому, поэтому... Так, как лучше сделать? Я думаю, здесь, да. Давай-ка мы с тобой пока что... Да, пусть они такие будут уже плохенькие. Оп, 2 скелетика. Отлично. 3-4, шикарно просто, ребят. Так. Шатра. Блин, клевый чувак на самом деле. Так. Ну, вроде все нормально. Почти. Так, да, есть проблемка, но ничего. Думаю, мы, друзья, сейчас спокойно это все преодолеем. По крайней мере, должны. Ну, как-то, не знаю, мы прям еле-еле это сделали. Ладно. Ну, тут, смотри, прям отряд какой, прям здоровенный. Сейчас что, порвут их. Блин, чё он уничтожил нашего? Как, блин, Так, слушай, конечно, что-то у нас план-то великолепный был, но... походу, провалился. То есть, так или иначе, они все равно... Так, ладно. Это ничего еще не значит прям так сильно, поэтому мы с тобой сейчас придумываем еще один план. Короче, смотри. Так, нам нужны пацаны. Ему придется как-то так использовать их. Все, пацаны стоят, пусть они немножечко, да, пусть такой уровень будет. Все, отлично. Так что чувствую, что нужны. Видишь? Ой, что-то они вообще ни о чем. Так, пусть стоят, как бы, если что, они нас прикроют. Так, вот видишь, они там стоят, наши эти маги неплохо фигачут.
Сейчас мы будем их еще повышать. Поэтому неплохо, неплохо идет. Так, отлично. Второй план у нас вроде удается. Смотри, прям офигеть их сколько там. Так, 240 есть. Так, справа, справа, справа надо обязательно поставить сейчас кучку. Слушай, вообще идеально, офигеть. Надо прикрыть. Все, здесь защищено. Смотрим, в чем здесь проблема. Надо создать обязательно вот этого чувака, чтобы он нам помог. Блин, блин, блинус. Так, ладно, один ушел. Второй тоже ушел, блин. Тяжело, честно, ребят, тяжело. Так, двое ушло, да? Фигня, фигня, нормально. Сейчас мы с тобой сделаем. Все отлично будет. Жалко, двое прошло, конечно, прям. Отлично, чувачки, молодцы. Так, что делаем дальше, ребята? В принципе, можно еще чуму наложить. Вроде неплохая должна быть. Еле как мы справляемся на самом деле. Прям вот, ну, пипец. Правда, еле как. Так, нам еще нужно вот эта вот штука, тогда более-менее, может, пойдет у нас игра. Пока 18, все неплохо. Невидимки еще тут. Еле как там наших пацаны справляются. Сейчас, думаю, надо повысить мугу. Так, отлично, теперь, пацаны. Так, ну там у нас стоит, если что, этот чувачок. Поэтому все нормально должно быть. Блин, капец, записывается, да, записывается хотя бы. Так, нужны срочно боевые мехи. Срочно. Прям срочняк. Слушай, ну вообще идет нормально, в принципе. Так, что у нас тут? Тут прокачано, тут тоже прокачано. Вот тут вот не прокачано, это очень плохо. Эта часть прям немного у нас слабенькая. King,
ребят, это 10-я волна, прикинь. Так, есть. Теперь. Так, главное, ракеты, прям они очень-очень важны сейчас. Так, красава. Дальше, дальше, ребят, идем. Такую же штуку создаем. Нужен перерыв. Сделай твикс, да? В рот мне ноги, ах ты гад. Все, мы наконец-то начали офигеть валить. Есть. Так. Пусть вот это вот здесь вот будет. Он убил нашего героя. Жопа вонючая. Пока все идет нормально, ребят. Офигеть. Так, что еще можно сделать? Ребят, давайте мы призовем этих. Все-таки, мне кажется, стоит это сделать. Хотя вот этот пусть тут будет. Капец, мы с тобой вообще красавчики. Смотри, что сделали. Просто офигеть, молодцы. Так, нам нужно 300. Фух, почти последняя уже волна. Я не портной, но знаю, что мне идет. Ты гад. Так, давай подумаем, что еще надо. Да по факту, в принципе, надо еще таких же дронов установить, и нормально все будет. Они у нас прокачаны, поэтому... Думаю, сейчас накопим. Еще на одного. 3 будет, и тут 3 вообще красиво будет. Плюс босс будет, мы его тоже спокойно уничтожим. Так. Спокойно. Пожалуйста. Ну, в принципе, тут что-то, блин, жестко. Так. Так.
Капец, ребята, вы готовы? Надеюсь, блин, мы не прострём. Нам вообще главное, чтобы никто вообще не прошел сейчас, понимаешь? Давай, 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 давай. Надеюсь, нормально сейчас все будет. Так, ну сейчас посмотрим, ребят, что будет. Видишь, проходит. Ну ничего, там наши встречают, так что неплохо все это. Пипец. В рот на тендоке, это пипец. Так, последний. Ну, не знаю, что сейчас будет. Ну? Смотри, он двигается, он живой, живой! Хозяин, помогите! Нормально! Ничтожество! Теперь я уничтожу этот мир! На колени перед мраком! О, фиг там, блин! Фига себе, блин! Так, уничтожаем, уничтожаем, уничтожаем его, быстрей! Жесть! Что с деньгами? Где мои деньги? Да что-то он, как, по-моему, какой-то легкий. Ну, слушай, мы прокачались вообще нормально. Смотри, там маленький вот этот вот. Все, он его... Ой. Я не злой, меня просто таким нарисовали. Он уничтожил мои башни. Да ты гад вонючий, ты что вообще творишь? Ты что, блин, офигел? Офигеть, он уничтожает мои башни. Офигеть. Ну пипец. Да хорош, блин, он уничтожает все мои башни. Заколебал. Жесть. Есть. Уничтожаем, уничтожаем, пацаны, блин. Давай, давай, не надо, чтобы он... Блин, все равно собрался.
Что это такое? Чуешь запах страха? Запах страха, ах ты гад. Ну так-то, блин, да, жестко. Ой, дядя. Ну он совсем оборзел. Давай, вали его, я не знаю. Да собака, офигеть. Ну и черт, а вонючий ты. Все, он уничтожил меня. Ладно, друзья, видимо, все. Да. Ну что ж, друзья, я капец как устал. В общем, еще раз прошел, как ты видишь, 15-я волна. Сейчас мы с тобой быстренько будем все это улучшать. Главное, ракеты, я так понял, очень важны мехи, поэтому сейчас, друзья, вот с этой стороны надо их защитить. Ты что, видишь, что-то вообще жопа тут происходит. Тут вообще один не прокачан. Да нифига себе, тут вообще не прокачанные. Надо быстрее прокачивать ребят, чтоб они тут стояли. Так, наш главный герой, конечно, ну, блин. Уничтожать там наших. Так. Это даже не знаю, пока не использую. Блин, надеюсь, что это не зря будет, потому что если будет их мало, это капец. Так, все, тут мы улучшили. Вот смотри, в чем проблема. Во-во-во-во. Видел? Ну, по-моему, больше таких не будет, поэтому нормально. Так. Не знаю, что ли еще одну раскопаем, давай. Но у нас уже не хватает тут деньжат. Так, минус. Все, сейчас будет у нас самое жесткое впереди. Блин, надеюсь, мы пройдем. Хозяин, помогите! О-хо-хо-хо-хо. Блин, это капец. Ну он же реально ему спас жизнь. В чем прикол-то? Жопа. Негодяй! Что ты наделал? Так, ладно, все, фармим немножечко денежек. Чтоб они не фармятся. Да, оказывается, нифига он не легкий. Как поначалу мне казалось. Было бы здорово, знаешь, накопить денежек. Чтоб, если что, так сказать, этот ответный удар ему раз и все. Но даже не знаю. Так. Блин, надеюсь, второй раз хоть получится. То, блин, не хочу, чтоб это. Куда, блин, засранцы. Так, у меня 562. Раз, уничтожает. Да блин, он именно это уничтожил. Да ты офигел, блин. Ну ты засранец просто, а, говнюк. Ладно, фармим деньги, чтобы, если что, сейчас еще купить. Ребята, как-то тут, блин, офигеть. Ну еще минус одного. Так, вот этого можешь уничтожать. Мне не жалко. Вот этого ты зря, ты, блин, тронул. Так, и вот сейчас жестко будет. Сейчас начнется опять уничтожение. А может вот этих вот поставить, да и все, как бы. И он такой, типа, да, я это уничтожать буду. Ну-ка, давай попробуем. Лучников, давай побольше реально лучников поставим сейчас. Мне интересно, что он. Точно, это приманка, типа, на такие башни. Точно-точно, вдруг попадет. Это тупица.
Блин, пока жестко. Да, 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 смотри. Блин. Дурачок. Тебе скажу. Простачок. Мне те лучники и не нужны. Открою тебе тайну. Все, осталось. Вообще чуть-чуть осталось. Два осталось. Все, отлично. Надеюсь, ты не боишься темноты. Боюсь. Ах ты гад! Это не очень было круто, если честно. В принципе... Он уничтожает вообще то, что мне не нужно. Но это забавно, кстати. Если бы я знал, блин, сразу бы так делал. Не, ну все равно, понятное дело, он все равно и этих уничтожает, но... Все. Отлично, пацаны, блин, это круто, это просто круто, ребят. Не забудь поставить лайкосик, братишка. Отлично, мы это сделали. Ты не пройдешь! Победа! Нажми, чтобы продолжить. Все, финалочка, пацаны, финалочка. О, можно так быстро нажмить, чтобы пропустить не надо. О, тут что-то интересное. Так. Короче, третья часть есть, и она, как ты понимаешь, посмотрим, что там будет. И начинаются у нас дополнительные миссии. Да, вот эти вот, там какой-то замок. Блин, это так круто, ребята. Ну ничего. В следующей серии будет все круто, ребят. Надеюсь, вам понравилось. Не забудь поставить лайк. Бай-бай, дорогой братишка.